В совхозе имени Ленина появилось общественное движение «За совхоз, за людей, за достойное будущее». Инициаторами его создания стали предприниматель Артем Грудинин и депутаты Ленинского городского округа Мария Гаевская и Александр Баюклин. На данный момент не до конца существует диалог между людьми, властью и бизнесом. И наша основная цель и задача – сделать так, чтобы все слышали друг друга. На настоящий момент существует напряженность между жителями и руководством ЗАО «Совхоз имени Ленина», которая решает все бытовые и социальные вопросы, касающиеся развития и жизни поселка, в свою пользу. Новое движение предлагает убрать за скобки все политические моменты и сесть за стол переговоров. На встрече жители хотели задать накопившиеся вопросы, однако сделать это им оказалось непросто. Очевидно, под воздействием третьих лиц была включена сигнализация пожарная, потому что, как видим, задымления нет, спустимся на улицу, сейчас через первый этаж увидим, что также опасности для жителей, для жизни присутствующих нет, поэтому, провокация очередная. Все, опасность миновала, можно заходить? Нет. Почему? Сказали, что нельзя. А кто сказал? Павел Николаевич Грудинин. Павел Николаевич Грудинин, спасибо. Продолжить мероприятие было предложено на улице. Есть поговорка хорошая: вижу цель, не вижу препятствий. Я не вижу препятствий. То, что включили сигнализацию, это расписка в бессилии, собственно. Потому что вы все это тоже видели, все это снято, и Бог с ним. Это не помешает нам двигаться дальше, организовать наше движение шире, так сказать, и не защитит тех, кто это устраивает, от наших вопросов. Местные жители надеются, что лидеры общественного движения помогут решить им свои проблемы. Мы сейчас, как говорится, только прислушиваемся, узнаем людей. По делам их судите, их правильно. Если мы обращались к тем предыдущим руководителям и на нас не отреагировали положительно, как в наших интересах, и действительно это нормально, то, что мы не требовали ничего такого заоблачного. Сейчас у нас второй вариант появился. Почему не воспользоваться и не посмотреть дальше? Задача – выстроить диалог, и чтобы не только, допустим, сотрудники ЗАО «Совхоза» могли иметь доступ к благам цивилизации, да, и благам, значит, социальными льготами пользоваться, в том числе, и все жители «Совхоза». Одним из примеров действий руководства предприятия стало отключение электричества и водоснабжения на территории местной автостоянки. Из-за этого уже полтора месяца более 300 жителей вынуждены искать другие места для парковки своих автомобилей. Совхоз имени Ленина обещал нам, что они нам подадут коммуникации, если мы будем пропускать к зданию КНС их сотрудников. Сотрудники КНС проходят сюда на ежедневной основе, но, к сожалению, своих обещаний совхоз имени Ленина не выполнил. Та же участь постигла детское кафе у дедушки АУ и ряд других объектов. По какой причине директор совхоза принял такое решение, он не объясняет. Дмитрий Книга, Константин Брылов, Сергей Ларин, Видное ТВ.